Привет всем, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем прохождение логической пазл-игры Mousecraft. В прошлый раз мы остановились на 31 уровне, с него и начнем. Сегодня я постараюсь сделать 20 уровней, то есть до 50-го включительно. Так, наши уровни стали длиннее. Ну, они уже, в принципе, давно стали длиннее. Так, что у нас есть? Так, значит... Нам нужно, чтобы не все мыши ушли сначала. Значит, это так. Это так. Так, бомбочка, кристалл. Здесь, значит, тоже, наверное, хитро поступим. Эй, берись. Так, ну, должно все заработать. Давайте, что ли, запустим наших мыфей. Так. Нет, мы не собрали. Один динамит. Угу, я понял. Я поторопился. Вот так. Да. Вот теперь должно все заработать. Ну, я надеюсь. Так, есть. Замечательно. Так. Запускаем. Супер. И да, наши мыши все дошли до кормушки. Окей. Идем дальше. Не понял, а почему мы вышли? Ладно. Не суть. Так, у нас есть одна такая штука и одна такая штука. Так, мыши идут сюда. Должна дойти сюда. И чтобы они не начали разрушаться, она должна идти обратно. Значит, скорее всего, вот это мы ставим сюда. И, наверное, мы пропустим всего лишь одну мышку. То есть нам нужно запустить. Я думаю, одной мышки хватит. Ну, а этих мы пустим дальше. А, она все равно не попадет. Ну и замечательно. Так, я так полагаю, что здесь можно теперь взорвать. И похоже, что все замечательно. Да, наши мыши все дойдут до кормушки. А, нет, стойте. Еще вот тут надо взорвать. Точно. А то сейчас они гуляли. Так, ну, замечательно. Уровень комплит. Так. Угу. Тут много воды. Так, ну, что-то мне кажется, что это хорошо вписывается сюда. Наверное, оно так и есть. Ну да, чтобы мышки не падали, нужно сюда что-то поставить. Ага, мышки идут сюда, берут динамит. Динамит, скорее всего, нам понадобится для того, чтобы здесь где-то что-то взорвать. И я, наверное, знаю даже что. Ну, я догадываюсь, что. Что ж, давайте попробуем запустить наших мышей. Так, можно немножко ускорить. Так, вот, у нас есть динамит. Замечательно. Теперь можно подорвать. Оу, все круто. Лучше некуда. Ух ты.
Exploding bricks. Взрывающиеся блоки. Seven touched by running. Короче, они взрываются через 3 секунды после того, как до них докоснутся. И также они взрывают блоки, которые находятся вокруг них. Круто. Давайте глянем, что из этого выйдет. Watch what happens to rations after touching exploding bricks. Так, мы уберем подсказку и посмотрим, что же случится с нашими крысами после того, как они дотронутся до взрывающихся блоков. Так, ну, выглядит все круто. Она, короче, рванула. И вообще бомба. Давайте запускать. Я уже даже знаю, что тут нужно будет сделать. Догадался. Так, давайте немножко ускорим. Ой, 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 ой. Я проморгал момент, извините, замечтался. Так, запускаем. Ой, капец, там длинный уровень. Так, чуть-чуть ускорим. Так, мы поставили блок, отграничили. Теперь, короче, будет ряд красивых взрывов. Причем это все взорвется, здесь упадет само по себе. Ну все, класс. Теперь можно взорвать здесь. И все круто. Можно ускорить. Стойте. Как это мы не собрали ни одного кристалла? Я не понял. Тут всего один кристалл. Не понял. Что это за фейл только что был? Так, ну можно запускать наших мышей. Ну. Мы взяли кристалл. Ну, все замечательно. Ускорим. Взорвем. Мыши доходят. Ну. А что за глюк, дорогие друзья? Ну ладно. Идемте дальше. Так. Ой, боже мой. Знаете что? Давайте, наверное, сразу мы запустим наших мышей. Здесь мы сделаем отграничение. Вот, замечательно. Наши мышки не взорвались. Тут просто круто все. Теперь мышки... Нет, а что теперь? Я, наверное, понял. Нужно просто дать им пройти дальше. Отлично. Теперь поставим сюда блок. По сути, эти две мышки не должны взорваться. Да. И так, 3 из 3. Все. В принципе, мышки могут идти к сыру. Thank you.
Знаете что? Мне не нравится, что здесь не отображается то, что я собрал все. Ну, я думаю, может это только у меня, может на видео все нормально. Так, о боже, сколько тут всего. Вот это круто. Так. Знаете что, я так полагаю, это вот так должно быть. Наверное. Будем надеяться, что я прав. То есть мы пустим нашу мышку. Здесь все повзрывается. Да, наверное, все будет круто. Давайте запустим нашу одну мышу. Вот так. И она нам здесь все повзрывает. Так, давайте, наверное, ускорим немножко. Ой, тут пошло все взрываться. Так, вот это у нас сейчас взорвется, значит, нам нужно подготовиться для того, чтобы мыши пошли дальше. Ну, походу все. Все замечательно. Мыша 1, мыша 2, мыша 3. Все? Все собрано? Но мне не нравится вот эта вот штука. Давайте нажмем дальше. Сейчас выйдем в меню, может оно все нормально будет. Так, уровень 37. Exit to map. Уровень 37. Перезайдем заново. Может это так? Небольшой глюк. Так, что нам с тобой делать, крыса? Я так думаю, наверное, поставим мы сюда. Так, крысу мы убили. Что теперь? Теперь запускаем мышей. Стойте. Нам нужно не всех мышей запустить. Значит, ой, не так. Вот так. И, наверное, вот так. Так, мышей мы наших запускаем. Вот эту штуку мы, наверное, взорвем. Потому что, чтобы она не убила наших мышек. И да, у нас есть еще как раз вот эта вот штука. Теперь никто не должен убиться. Ну, в принципе, все нормально. Нет, все равно у меня не делаются эти штуки. Ладно. Так. Ага, здесь есть еще и крыса. Знаете что, давайте-ка подождем и закроем ее здесь. Так, мы закрыли. Теперь это сюда мы сделаем. Крыса как раз сама пройдет, здесь же и взорвется и откроет нам полностью весь путь. Это мой коварный план. Можно запускать мышей. Раз они все пройдут до сюда, заберут бомбочку, мы взорвем здесь, и они все дружно пойдут туда. Ну, я надеюсь, что так все будет. Так, давайте ускорим их немножко. Так, они взяли. Все, все прошли. Это забрало. И все, жесть. Вообще все круто. Так, жмем далее. Так. Что бы нам сделать здесь?
То же самое, скорее всего, это поставим сюда. Так, давайте, наверное, мы сделаем сразу же. Вот, одну мышу мы запустили. Эти пока никуда не идут. Это подрывает здесь. Потом мы ждем, пока она соберет здесь. Потом подождем, пока она дойдет, поставим сюда блок. Она опять взорвет. Ну, вроде как все выглядит хорошо. Что ж, давайте чуть-чуть ускорим. Так, правильно. Собирай. Ставим сюда. Ждем, пока она опять здесь подрывает. Так, стойте. Что теперь? Она взорвала. Наверное, нам нужно взорвать здесь. Угу. Она идет сюда. Собрала. Теперь можно ей поставить сюда. А мы взрываем... Ой, нет. Мы сначала ничего не взрываем. Вот. Ждем, пока она дойдет. А теперь мы взрываем здесь и здесь. Все. Все круто. Так, мы какое-то открыли достижение. Класс. Wrecker. Achievement. Ну, круто. Так, crumbling bricks can be really useful. Ну, понятно, что разрушающиеся... А чем они могут быть useful? А, ну, в принципе, да. Нет, стойте. Или да, или... Ого, тут все начнет взрываться жестко, как... Если честно, я сейчас вообще не понимаю. По сути, здесь... Можно просто так запустить, и все будет нормально. Ну, должно быть нормально. Давайте запустим, что ли. Нет, стойте, я что-то сглупил, похоже. Или нет? Не, наверное, все-таки все пока нормально. Да, смотрите, тут все хорошо. Мы вот этой мышке даем сюда, чтобы она слезла. Так, стойте. Теперь я ничего не понимаю. У нас есть одна бомба. И что у нас еще есть? Так, вот это значит мы можем поставить так. А, вот это нам, наверное, по-любому надо взорвать. Ладно, давайте ускорим. Да скройся ты, achievement. А чего у нас две мышки? А где еще одна? Не понял. Вроде ж никто не умирал. Или они одна на одной? Ладно, сейчас проверим, когда они дойдут до конца. Их должно быть три. Еще никто не умирал. Да, их трое. Все замечательно. Далее. Оу! Что ж, я поздравляю нас. Мы прошли первые 40 уровней. Так, вновь покупаем сыр. И 40, ух ты, 41, 42, 43, 6, 7, 8, вот мы откроем раз, 9, 50, ну, до следующей коробки мы чуть-чуть не дойдем. Ну что ж, давайте начнем 41 уровень. Ух, как тут много всего, ну ничего себе. Так, ну, наверное, мы сделаем так, чтобы у нас не все мышки гули-вонили, где им захочется. Так, а куда же нам поставить взрывающуюся штуку?
Вот это я знаю, куда мы поставим. Наверное, сюда. Вот это, скорее всего, будет здесь. Наверное. Ну да, ну как раз все взорвется и все будет круто. Но вот эту мы потом ставим финально сюда. Вот это нам нужно будет взорвать. Ну что ж, вроде как все хорошо выглядит. Давайте попробуем. Так, так, так. Замечательно. Вот это мы можем теперь взорвать. Я буду искренне надеяться, что эта мышка не умрет. Фух. Замечательно. У меня аж сердце в пятки чуть не ушло. Так, и теперь вот это мы ставим сюда. И, о чудинг, вроде бы все мышки дойдут до конца. Да. Далее. Так. Сори, дорогие друзья, возникла техническая неполадка. Мне пришло сообщение из Стима о том, что бета-версия обновилась до полной версии. Не знаю, в чем разница. В общем, после этого сообщения у меня почему-то перестало записываться видео. Поэтому мне придется возобновить прохождение. Ну, я уже прошел до 50 уровня, уже знаю, как проходить. В общем, буду проходить теперь быстренько. Кстати, скажу, что там уровни... Ой-ой-ой. Но уже когда их проходишь не первый раз, то становится понятным. Как пройти, что делать. И еще один классный момент. Вот здесь не включайте ускорение. Сейчас, когда мышки дойдут до конца, я объясню почему. В общем, они так все классно идут, 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 идут. Вот, короче, если включить ускорение, то вот эта вот мышка умрет. О, кстати, пока я вам тут рассказывал, я совершенно засмотрелся на эту мышку. Ладно, все-таки включу ускорение. Может быть, в этот раз все будет нормально. В общем, вот тут надо еще сделать. Вот, нет, все хорошо, все прекрасно, и все мышки доберутся до сыра. Все отлично. Но в прошлый раз, когда я проходил... так, кстати, это электрические блоки, они, в общем, убивают мышей, убивают крыс, и еще они электризуют воду. Сейчас проходим дальше. Кстати, после того, как мне пришло сообщение, начала обновляться статистика, что я получил, что я не получил. Так. Ну, здесь тоже ничего, в принципе, сложного. Это... Так, это мы взорвем. Это мы сюда поставим. Так, вот это я не помню для чего. А, все нормально, помню. Она нам пока не понадобится. Вот эту штуку мы взрываем. Теперь мы ускоряем мышек. Ставим сюда. Вот, кстати, я так и не понял, зачем нам еще одна дополнительная, это, одни дополнительные взрывающиеся блоки. Тут и так, в принципе, все прекрасно без них работает. И у нас остается еще эта штука. Не знаю, может, тут как-то можно уровень еще пройти по-другому. Так, отлично, мы собрали. Но я прошел так, сэкономил, и вроде бы как все собрал. Ну, тут вообще все элементарно. Я, правда, долго думал, сидел, проверял, правда, неправда, но оказалось, что правда. Уровень действительно, на самом деле, очень легкий. Вот и все. Не знаю, может это потому, что у нас появились новые блоки, и в общем, комбинируем мы их постоянно, и поэтому уровни легкие, но... Уровни действительно легкие. Пока что. Либо просто, что я сейчас их второй раз прохожу, и мне кажется, что они легкие. Так. Вот тут я сейчас не совсем помню, как я проходил.
По-моему, так. Вот это можно избавиться от него. Да, по-моему, так. Давайте запустим. Малёха ускорим. Да, все отлично. Так и должно быть. Вот это мы, в общем, взрываем. Пускаем их. А эту штуку мы ставим сюда. И все. Три бриллианта собрали, и все три мыши доберутся до сыра. Все отлично. Perfect. Так, главное не увлечься и не пройти больше, чем нужно. Так, 46 уровень. Так, в общем, здесь, в принципе, тоже несложно. Крысу мы взорвали. Вот эти электрические блоки нам будут служить просто опорой. Чтобы ничего не падало. И, в принципе, все. Вы спросите, а как же достать вот эту штуку? Ну, сейчас увидите. Вот и все. Вроде бы не сложно. Вроде бы все понятно. Но хочу сразу сказать, что 50 уровень будет сложный. Так, remember water. Ага. Нам напоминают, что вода наэлектризована. Так, в общем, как я здесь проходил. Ага. Нужно изначально запустить мышей. Потом, короче, поставить эту штуку. Поставить вот эту до конца. Потом спустить этот кубик. Поставить это. И чтобы мыши не убили, поставить это сюда. Теперь мы бомбу, в принципе, собрали. Можно взорвать. Нажимаем продолжить. И мыши собирают последнюю бомбу. Мы взрываем здесь эту штуку. Этот кубик. Все. Так. Ага. Вот здесь мороки тоже много. Вот тут тоже нежелательно включать ускорение. Потому что раз на раз не приходится. А, ну, в принципе, почти все. Вот вот так. Все, можно запускать. Но я включу ускорение. Я надеюсь, ничего не произойдет. Серьезного. Так, вот, нормально все. Мы теперь взрываем. Да, все кирпичи разбиты, все нормально. Но один раз у меня одна мышка умерла, не знаю почему. Так, два бриллианта. Все отлично. Так, ну, здесь тоже, в принципе, уровень несложный. Здесь, в принципе, понятно, что куда нужно ставить. И все, можно запускать. Так, давай топай быстрее. Вот, теперь мы взрываем здесь. И теперь мы ждем. Просто ждем. Все. Четыре бриллианта. Кстати, 4, я не помню, было у нас когда-то или нет, но, в общем, тут даже аж 4 бриллианта. Так, и вот 50 уровень. Он действительно, он, во-первых, длинный, а во-вторых, он реально сложный. Я долго сидел, наверное, минут 7 или 8, думал только, как его пройти. Думал, зачем вот этот блок, потому что сюда его не поставить, так как если потом поставить вот эту штуку, то мыши не запрыгнут. В общем, тут все банально просто. Мы вставляем блок и запускаем наших мышей. Берем вот эту штуку. И, в общем, когда одна мыша спрыгнет, мы ставим сюда блок. Теперь, в общем, это ж берет, мы взрываем здесь, и у нас есть еще здесь, мы взрываем здесь. Ну, а теперь будет долго, очень долго. Кстати, я боялся, что мои мыши умрут вот тут вот.
Потому что там время было вообще под завязку. Сейчас увидите. Там до 1 секунды дойдет. Так, сейчас мы этих друзей чуть-чуть ускорим. Вот, все, мы поставили. Смотрите, тут уже 4, 3, уже 2. Вот, и они только сейчас вылазят. Я тогда так перепугался. Но, в принципе, все. 50 уровней, как хотел, так и сделал. 51 уровень тоже очень страшный. Он большой, длинный такой. Сейчас вы увидите. Тут можно, кстати, судить по тому, насколько оно долго крутится. Чем дольше крутится, тем сложнее уровень. Я это уже понял. И да, здесь уровень очень большой. Здесь даже есть электрическая вот эта штука. Не знаю, как ее использовать, если честно. Вообще понятия просто не имею. Вот это вот не знаю, как взорвать. Ну, в общем, давайте это мы уже пройдем в следующий раз. Начнем проходить в следующий раз. Я думаю, что он будет скоро. Но, в принципе, все зависит от вас. Чем больше вы поставите лайков, тем быстрее выйдет новая серия. В следующем видео я сниму следующие 15 уровней. Потому что их 80, чтобы как-то распределить. 30 уровней это, наверное, будет сильно много и сильно долго. Поэтому пройду 15. Кстати, что-то еще хотел сказать по поводу карты. А, я хотел сказать вот что. У нас уже есть 121 бриллиант. Для того, чтобы открыть новую карту, нам нужно всего лишь 115 и нужно пройти все уровни. То есть, по сути, можно уже даже не заморачиваться, проходить, собирать все бриллианты или там, чтобы были все мышки. Тут, кстати, про мышей вообще ничего, по речи никакой не идет. Так что в следующем видео вы увидите все-таки, как я буду пыхтеть и стараться проходить и собирать все. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям. До скорых встреч, пока!